выгодное предложение. Хотим рекламу сделать вам. Да хорошо, я рад. Значит, позвоните, согласуйте с управляющим, все вопросы. Сделать вам рекламу чудесную и вот эту вот поломку нашего как-то бесплатно нас отремонтировать. Нет, я думаю, неинтересно. Я сегодня авто. Блогер. И вот мы долго ехали и приехали к другому автосервису. Я про вас маленький такой обзорчик, там минутки на полторы. Взамен что-то гремит там у меня подвесочка, чтобы подремонтировали. Да мы бесплатно посмотрим. Есть услуга бесплатная. Ну, посмотреть, и там просто у меня, что там у меня гремит? Глушитель. Глушитель, что-то гремит. Заезжайте пока сразу. Да? Не снимать, потому что мы не так, у нас есть акция бесплатного осмотра автомобиля, мы не так бесплатно смотрим. Так а мне надо отремонтировать бесплатно, вот в чем Слушай, прикол. Мы посмотрим сейчас, если глушитель, то мы сварить его не можем, у нас нет сварки. Поэтому сейчас посмотрим, напишем, что с ним, что вообще с машиной. А, так это, здесь тоже. Я только снял, я выкинуть. Из-за нее этот погром был жесткий, из-за которого невозможно было ездить. Мужики, а можете посмотреть, что еще тут надо сделать? Большевиков 36, корпус 3, литер А. Замена масла бесплатная. У нас при покупке ЗИК, Лукойл, Матюль. Поэтому да. Сколько бонусов, да? Сколько бонусов? Спасибо тебе, Паш, дам, от души. Поэтому да. Давай, потом без камеры приедешь, мы тут все сделаем, поменяем. Два сайлент-блока. На рычаги. На рычаги. Передние рычаги, задние. По одному рычагу на каждый рычаг сайлент-блок. Угу. Два рулевых наконечника. По ремонту, вот того, что здесь было, это, ну, это там рублей 200-300, ну, пятихатка. Ну, это максимум косарь вот за то, что ребята мне сделали. Но, в любом случае, какое отношение у людей было? Им даже было насрать на то, какой у нас канал, им пофигу на эти подписчики, они просто сделали нам по красоте. И вот это ценно, это и есть ценность. И классно, когда есть такие люди, и вот как раз-таки мы для вас, ребята. Если мы к вам приходим, и вы такие, то это круто, и вам заебок, и нам. Мне прислали подарок. От души все красиво, все по красоте просто. Кто здесь? Вот такое, я не знаю, как это называется, портмоне, кошелечек, кожаночка. Тотем называется, ребят, вас я без проблем рекламирую. Это первый подарок, который негодяю прислали. От души вам, душевно в душу. Первый подарок. Вот еще какая-то деревяшка. Красиво. Делают все в России. Спасибо вам. Так, на Toyota рулевые наконечники. Два сайлент-блока. Два сайлент-блока. Два сайлент-блока передних на задней рычаге, да, или наоборот? На рычаги передние, на рычаги передние, рычаг задний. Хочу уточнить у мастера, какие там у меня рычаги, там вот это передние, задние, что-то я весь запутался. Сайлент-блоки. Рычаги передние, рычаги задние, задние рычаги, передние рычаги заднего рычага, передний сайлент-блок, блок передний. Да, я дилетант в автомобильной, в этой движухе, но я крутой автоблогер. Между прочим, набрали мы целый килограмм всяких запчастей. Нам нужно все это заменить, починить мою малышку. Поэтому, раз мы автоблогеры, ёп, нам должна эта услуга быть бесплатной. Пойдем менять всю эту херню. Bosch сервис на проспекте Большевиков, Санкт-Петербург. И у меня сейчас, пока я ехал, случилась небольшая беда с автомобилем. Я хочу это починить. Угу. Починить это бесплатно на основе сотрудничества. Поэтому, если вам это интересно, то было бы классно посотрудничать. Напишите, супер. Если соответственно, ваш контактный телефон, мы посмотрим. Если интересно будет, с вами свяжемся. Перебрать почти всю переднюю подвеску должно стоить 6-7 тысяч, наверное. И это же неплохое, опять-таки, рекламное предложение для того сервиса, куда мы придем. Потому что я сейчас беру пятнашку за свою рекламу, а это мы к тебе придем. Мы с тобой пообщаемся. Тебя увидит вся страна. Как ты общаешься, что вы там, как вы там крутитесь, вертитесь. Это гораздо круче, чем если бы
ты написал мне на почту, и я бы 2 минуты там про тебя, ссылочка в описании. Я считаю, что это бонус глобальный. Когда блогер. Какой у них баннер такой на всю эту фигню. Так я посерьезнее выгляжу прям. Мы же пресса. Кто здесь за старшего там, администратор, управляющий, там, менеджер? Меня зовут Евгений. Илья, очень приятно. Очень приятно познакомиться. Я видеоблогер. Не смущает, что сейчас снимает? Нет, вас скрытая камера. И сегодня я автоблогер. Угу. И я пришел вот с классным, просто крутейшим предложением. Слушай. Сотрудничеством. Все давай очень просто, все очень просто. Мне нужно немножечко подшаманить с подвеской. Угу. Я там уже купил запчасти, мы уже к ребятам съездили, они нам все посмотрели. Вы мне все это вот сделаете с превеликим удовольствием, и я сделаю обзорчик для вас. Давайте. Давайте? Ну, почему нет? Что значит, почему нет? И вы сразу готовы вписаться в этот блудняк? Ну, почему? Один раз живем. Нам заезжать или как нужно? Могу сам заехать. Но сам заехать? Сам заехать. То есть я сейчас тебе даю ключи, да. И ты просто заезжаешь? Ну, я же вам доверяю, значит, вы мне должны доверять. Вот это правильно? Сервис, ну-ка, держи ключи. Так что за фигня здесь происходит? Я дал ключи незнакомому человеку. Это точно не пранк никакой, а? Нет. Ребята, это что, пранк, что ли, какой-то? Сука, он сейчас точно никуда не уедет. Так, куда мы приехали? Автолавка, тот же ремонт, только дешевле, сервисы. Автолавка, сервисы. Сука. А прикинь, если это какой-то левый чел, сейчас он просто возьмет и уедет на моей машине. Вот это сервис, ребята, я худею. Я даже чувствую зубами свои усики. Секундочку. Освободи с подъемника. А ты здесь управляющий, да? Я здесь мастер-приемщик. А, мастер-приемщик, да? И вот ты так принимаешь лихо решение сам, что можно взять и бесплатно знаменитых блогеров починить машину. Почему нет? Ты себе такое можешь позволить? Могу себе позволить. Ты очень крутой. Нет, он очень крутой чувак. Ключи у меня отобрали, быстренько тачку туда припарковали, подняли наверх, вдвоем накинулись, один с другой стороны, другой с другой. Все это колеса снимают, ремонтируют. Вы знаете, с кем надо делать рекламку. Вы прочухали сразу это дело. Респект, респект и уважуха. Это прикол. Аккуратно. Нашу тачку уже ремонтируют, уже все колеса там сняли, которые нужно. И сейчас Илья подходит и говорит, что подъехал там начальник. Прикол. Приветствую. Меня зовут Евгений, это Негодяй ТВ. И вот вы уже, мы полтачки уже моей раскурочили, уже ее ремонтируете бесплатно, да? Вы в курсе? Да, конечно. Вы в курсе, да? Да. Ну вот и все. Адекватно? Бесплатно – это некачественно. Ни в коем случае. Бесплатно – это взаимовыгода. Когда человек может что-то другому человеку, соответственно, либо подарить, либо, соответственно, помочь как-то, либо, соответственно, что-то сделать для него взамен. Вот это называется, ну, это называется взаимовыгода. Ни в коем случае это бесплатно. Бесплатный ремонт – это не ремонт. Так вот она и есть взаимовыгода, понимаешь? Нет, конечно. Мы хотим сделать офигенную крутую рекламу для вашего сервиса. И вот Илюха так сразу взял и согласился делать нашу машину за услугу рекламы, которая адекватна. Получается, что это дешевле, чем если бы это было бы там на основе каких-то там сотрудничеств, через какие-то пиар-отделы или прочую херню. Ну, получается, вот скорее всего, да. Можно на ты, Артем? Да, это ты управляющий, да? Генеральный директор компании. Ты генеральный? Да, конечно. То есть это ты все сделал своими руками? Своими руками, да. Сколько тебе лет? Мне 26. Ты все это придумал, ты все это организовал, сделал. Общая идея. Организовали вместе с компанией «Автолавка», интернет-магазин «Автолавка». Собирали все вместе мы своей командой. Нет такого понятия, что я сделал все сам. Все люди, которые находятся здесь, это люди, которые мы вместе все собирали, поднимали, делали. Я нахожусь на этой должности, но я всегда рядом с ними. Окей. Я снимаю рубашку, я одеваю футболку, и если требует того ситуация, если это экстренная ситуация, я всегда нахожусь в автомобиле. Ну, от души, что вы нас так вот приняли, так принимают не все. Бонус дадим каким-нибудь людям вот нашим. Вот смотри, например, приходит чувак и говорит: слушай, я посмотрел видеоролик, там вот с негодяем там, да? Угу.
И говорит, вот я вот по его рекомендации. Может, какая-нибудь там скидка 5%? 10% скидка. Окей. 10%. Ты приходишь, говоришь, негодяй ТВ, и будет 10%. Негодяй ТВ, скидка 10%. Кто здесь, понятно? Все, спасибо. Спасибо тебе большое от души. Мужики, ну что, по времени долго будет процесс весь? Примерно. Часа полтора. Часика полтора? Да. Супер. Для тех, кто живет в городе Санкт-Петербурге, рассказывают, Мега Дыбенко это вон там, вот покажи Мега Дыбенко. Здесь у нас колечко, 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 кольцо, ля-ля-ля-ля-ля-ля, давно. И вот это здание, где написано Chevrolet, Jeep, сервисе, там, Cadillac, это все здесь, так проезжаем, заезжаем, тудысь, мастер Шифу, а именно мастер автолавка сервисе. Вот такая здесь история. Пойдем в Мегу, короче. Нам будут делать часа два все это дело. Поэтому пошли в Мегу и там что-нибудь поснимаем. Итак, это уже следующий день. Моя тачка до сих пор в сервисе, потому что с ней квест. Все эти гайки и болты, их не трогали 11 лет. Вот как на заводе тачку сделали, так ничего и не крутили. Поэтому все закисло, и ребята там просто кайлом машут, как ненормальные. Честно признаться, я себя маленько даже, ну, как-то неудобно чувствую, что я такой охеревший, вот это влогер-блогер, вот эта вот вся эта хрень. И пока я не привык к тому, что вот так вот можно делать, позволять себе такое. Машину я заберу только завтра. Конечно, у меня вот какая-то вот ответственность в душе, что мне хочется, чтобы вот эта реклама сработала. Приезжайте, приезжайте к пацанам и чините у них тачки. Они красавчики. После каждого выпуска я делаю стримы, которые называются «Клевер». Что это за хрень? Я задаю вопрос. Кто первый на него отвечает, тот и победитель. У нас два победителя в прошлом стриме. Это Вовка Ткаченко, который угадал, что моя первая тачка была четырка. Вовчик, красава. Ссылка на твою страницу ВКонтакте в описании. Также, когда вы выигрываете, вы можете передавать кому-то привет. Ну вот, Вовчик, ты еще не написал мне ни хера. Кому ты хочешь передать привет? Окей, пишет мне. Ну, короче, есть еще второй победитель. Зяблик Жмышенко. Зяблик передает привет Филиппу Иванову и Жора Гей. Следующий стрим будет после вот этого видоса. Херач на колокол для того, чтобы попасть в эту, во всю историю. Йо.